хуй знает, не помню. Да, Дракони. Или получил этих красочек. Главное, это болит. Я к тому, что вот это, типа, юнитами не управляешь, они сами идут. А этот, типа, героя добавить одного там, я не знаю, или тоже как-то какие-то, блядь, чтобы можно было ограничение, ну, типа, одним героем, вот как в этом, блядь, как он называется-то? Ну, это Дота. Да не, да хуй знает, я в Доту-то не играл. Как на той карте, где, короче, армии создаешь и потом телепортируешься в центр. На гладиатор. Да. Типа, чтобы хотя бы бафать там героев этих, блядь, юнитов, точнее. Тут другая механика, то есть это не динамичная карта, тут чисто стратегия. Разу похуй какую, да? Вообще поебать. Ну, там будет зависимость. Короче, чуть больше нравится по интерфейсу. Там мост, он чуть выше, там. Сейчас мы покажем. Ты, у тебя здания, которые ты ставишь, они их никак не может затронуть. То есть их тебе не сломают, и ты противнику ничего не сломаешь. То есть ты сейчас будешь снизу, получается, и твой замок справа. Ну вот. Ты вообще ничего не можешь управлять. Тебе надо как бы на билд противника сделать контр-билд, отвечать какими-то. Ну, то есть если он воздух строит, строить что-то против воздуха, сердцеедов и так далее. Вот, но поначалу лучше экономику вкачивать. Так, а сейчас что делать? Нажимать строить и строить, да? Ты лучше экономику сейчас вкачивай, типа. Обычно до 150, где-то 200 вкачивают. Тут смотри, в чем прикол. У тебя постройка ставится 20 секунд, и ты вначале должен сделать так, чтобы... Блять, честно. Сделать так, чтобы накопить толпу больше, чем у противника. И как бы перехватить инициативу. Тогда ты сможешь выиграть один выстрел. То есть, ну, большое преимущество, если противник использовал вот эту способность в углу раньше, чем ты. Вот. А когда, типа, набирается большая толпа юнитов, они же постоянно спавнятся. Кстати, формула такая, если ты... То есть 90 секунд разделить на количество зданий. То есть если у тебя два одинаковых здания, то он будет строиться 90 разделить на 2. То есть раз в 45 секунд. Блять, а что у меня красный замок, что? Я, короче, не знаю. У меня синяя, и у меня вот эти две хуйни стоят. Сокровищница и вот эта параша. И типа я их улучшаю. Мы только что баг нашли, потому что у меня два замка, сука. Так нахуй. Так что, хуйня какая-то получилась, да? Да. Да, первый раз такая хуйня. Ну-ка, можешь что-нибудь построить? Ну, у тебя стоят здания из вкладки? Ну, у меня там не здание, у меня там юниты, типа. Да, ну ты, ну это здание, то есть ты ставишь, и он прикреплен к юниту. А. Ну да, кондотьеров вот этих. Сейчас, где их, блядь? Вот на синей территории на своей могу строить. О, да, ставишь. Так, строится. Блять, остальные... бать, красный замок. Остальные тоже строить или не надо? Ну, строишь, хочешь. Нам сейчас перезаходить придется, потому что... Что баг нам, блядь. Что я намудрил? А вот эта хуйня увеличивает доход. Это на сколько раз улучшается? До хуя или сколько? Да хуя. Вот видишь, они у тебя спавнятся. По идее, вот этот замок красный, он должен быть твоего цвета, блядь. Он какого-то хуя. Ну, типа два замка мои. А как это они заспавнились возле замка прям?
и его же пиздить начали или что? Ну, блядь, он должен быть твоим. Давай перезайдем, да? Давай какой-нибудь фиолетовый возьмем. Синий, похуй. Я только что тестил кучу раз. Надо будет пересмотреть. О, нормально. Теперь у тебя свой замок есть. Короче, теперь эту парашу улучшать, да? Да. Вот, ну, прикол в том, что ты, типа, юзаешь... Мы, как правило, когда с Алексеем играем, дошли до того, что используешь там каких-то недорогих юнитов, чтобы провести там разведку, либо просто доебаться до противника. И некоторые, с кем мы играли, они когда видят, да, там, просто курицу, которую атакует их замок, они начинают всех спавнить. А ты, соответственно, типа, пока они идут, пиздят эту курицу, ты вкачиваешь инком, и они начинают бить замок твой, он же хп имеет, типа, принимает урон на себя. Ты в этот момент начинаешь спамить тоже и, типа, переспамнить противника. Какая тема есть? Есть, типа, ранний раш, то есть ты можешь там... Там есть осадные оружия, типа цепелин, осадный слон, вот эта курица у котлов. Вот, то есть можно попробовать разными быстрыми юнитами налететь на замок и типа снести его. Тоже как вариант. Вообще, как правило, мы просто типа создаем вот этих вот птиц огненных. У них же урон там есть какой-то небольшой. Вот они типа пиздятся и... Там либо перехватчика, либо за тимонией, там есть ганфайр. Типа из этих, из прототипов. Да, ну, тут, короче, свои тонкости. Даже объяснить сложно. Ну вот я бы, знаешь, и такую штуку бы добавил. Я бы спрятал пару реликвий, не знаю, на карте, и дал бы возможность там это, по одному этому замутить. Ну тоже может здание какое, вот этого разведчика, чтобы управлять, или героя какого-то, блядь, летающего. Динамичности добавить хочешь тут, да. Именно с стратегией. Ну, типа там 3 там реликвии, 4 спрятать, чтобы это нашел, допустим, и за нее там получил какой-то бонус, блядь. Ну, как вариант, конечно. Вот тогда ты сможешь чекать здание противника. Это не очень. А что, здание чекать? Они же все равно идут сами по себе юниты. Ну идут, но ты же все равно не знаешь, сколько именно он здание ставит. То есть бывает, что он начинает спамить что-то, а ты не сразу это замечаешь. И не успеваешь в контрбилд идти. Вот тут именно вот стратегия в этом, типа, прелесть. Ну а как вот здания работают? Допустим, я когда кондотиров ставлю, то идут эти петухи с щитами, да? Да. И одно такое же остается или другое здание появляется? Нет, когда ты улучшишь это здание дальше. А, но само здание улучшается, да? Да-да. Понятно. Кондотиры исчезнут на их место другие. Так, ну я пока улучшаю эту хуйню за 200 тимония, блядь, и 200 золота еще жду. Замок, короче, на 5-й минуте, по-моему, начинает каждую минуту плюс 1000 хп получать. И, ну, типа, процентное соотношение хп остается. То есть, если я сейчас половину снесу, он плюс 1000 накинет максимум, то к самому хп только плюс 500 добавится.
То есть как было 50% здоровья, так и останется 50%. Такой же другой максимум. Так, я, короче, что-то построил. А юниты эти тоже надо заказывать или они сами заказываются? Они сами ставятся. То есть у тебя просто здание пустое, а скрипт он сам обрабатывает. Не, а тут юниты есть, типа я могу тыкать. Но ты их не заказываешь, это следующее улучшение. А, бля, это улучшение. Что у меня появилось? Что-то вон появилось. Мы в это 3 на 3 играли, это вообще нахуй, что-то с чем-то. Вот желательно, конечно, подловить момент и типа сразу же несколько юнитов построить, чтобы они кучкой типа спавнились. Так, ну что это у тебя летает там? Истребитель какой-то? На такую не буду делать эксперимент. Так, что-то я построил, получается. А их можно несколько ставить, да? То есть, да. Тут рост, типа, цен, поэтому эффективнее, конечно, типа, по одному ставить. Но есть какой-то потолок, то есть, допустим, там, дальше кондотьеров ты там не будешь делать, а дальше драгунов, вернее. Потому что там рыцарь, он, типа, менее эффективен, поэтому ты, типа, начинаешь копить драгунов. Но они в цене растут, но их много. Ну, нихуя ты построил. Да, здание сам ученица еще. Но М вернула чекаешь? Я говорю, ты чекаешь замок? Угу. Ну у тебя вон там дохуя этих юнитов. Я этих еще не ставил на землю. Ну, когда замок тут до нуля дойдет, то типа ты проиграешь. Ну понятно. Подрывник не сработал.
как раз и им занимался. Видишь, типа, у меня толпа копится. Типа, в какой-то момент у меня даже зданий может быть меньше, чем у тебя. Сильно меньше. Но из-за того, что у меня толпа, то... Я буду жестко улыбать. Правда, штурм добавился, вообще быть не должно. То есть, что пехотой можно штурмануть замок. Вот, с чего не тыкать. Ну, короче, это надо поснимать видос, где 3 на 3 замес какой-нибудь интересный. Да, да. Наблюдатели же смотрятся, эта хуйня вся. Да. Ну вот. Короче, я что-то там поставил, я хуй знает. Пауков, слона. Что там еще, блядь? А пехоты побольше. Пехоты нет, нихуя не ставил, блядь. Ты, типа, можешь в углу нажать способности и их всех разнесут. Так, а чё у него там хп сколько? О, нихуя. Чё-то пока не разносится, нихуя. Время надо пока выстрелить. А, да? О, нихуя. Батюшка слагал. И чё КД у этой хуйни? Ну тоже вообще ещё. Я один раз только заиграл. Из этого же. Я КД въебал 2 часа, потому что матч длится 50 минут в среднем. Ну, максимум 50, блядь. Я бы даже сказал. Кто-то не хватает, конечно. Это именно стрелковый. Не, ну прикольно, когда вот ты билды выбираешь, вот этих юнитов, типа, какие строить. Прикольно, можно подумать. Сначала не врубаешься, но потом... Да, типа, варианты разные. Вообще, начинается еще попроще, обычно с пехоты, чтобы толпа такая набралась, потом уже более тяжелый. А вот этот темный джин, он нихуя не призывает? Нет, конечно. Я сейчас способности не добавил, это сейчас не дойдем. Там первый раз играли, ебать, можно было героев призывать, нахуй, там у меня бараки можно было ставить, блядь. Хуйня. 4 ветки, 3 юнита, по-моему, было только. Я там на коленке сделал, но... Давайте это ставим.
типа, ну, раньше было вот три игрока и четвертый бот. Он, типа, спавнил. Сейчас они нашего цвета. Если бы второй игрок был, то, соответственно, у нас бы разноцветные войска были. Ну, второй, в смысле, у меня в команде. Вот, а раньше там вот только желтый был и зеленый. С левой справа. Бать хуйню сделал. Вот если ей управлять хотя бы, как реально все растоптала всю пехоту. А она бы убегала. Не своя управлял пехотой. В этом прикол, что ты типа не управляешь ничего. Ну она хоть жирная, блядь, смотри, она нихуя себе, блядь. 1600, блядь. Так, что я построил, что не построил, даже не помню, блядь. Саламандры какие-то, я говорю, вот героя добавить сюда, чтобы можно было бегать, там что-нибудь бафать, блядь. Чисто это будет. Чисто одного. Чтобы ты им мог управлять, чтобы юниты пускай похуй сами ходят, а героя хотя бы. Бать, параллельно строить, параллельно. Он управляет ее обществом. Этим заниматься. Бля, нихуя себе.
Я не помню, что я выбирал, блядь. Ладно, что выбрал? Какого юнита выбрал? Типа билды же эти, блядь. После гибридов там какой-то... Кто там был после гибридов, блядь? После гибридов никого нет. А, то есть у меня гибриды идут, получается. Да. Они же хилятся, гибриды, вроде как. Да. Это заебись. У них еще и урон увеличивается, типа. Друг от друга. Нихуя, всех разъебал. Это жестко вообще.
Копишь на щит. Да, блядь, здание получал, нахуй, бабла нету. Да пехоты мало. Видишь, меня дохуяли. Ну, самый слабый, надо что-то мне призвать. Ну, блядь. Чё, блядь, заебись. Думаю, у тебя там вообще артхаус, блядь. Да не, я-то хуй знает, сколько пехоты надо ставить. Ну, вот этих вот зданий. А чё ты через паузу делал? Через промежуток. Кого? У меня, видишь, вплотную, типа, здание. Тебя как будет. А, да хуй знает. Что нормально спал, ну поздновато начал спать, наверное. Ну да. Там видишь, в чем прикол? Типа сначала создаются вот эти вот там куча пехоты, потом жирные юниты, которые, допустим, голема стеклянные и идолы солнечные, они сзади этой пехоты, так у них дальность больше, они там копиться начинают. Вот, поэтому сначала пехота, потом они. А вот эти вот всякие осадные спилины и сферы, они, ну, тоже без пехоты, это просто как живой щит. Толков их не особо много. Короче, надо какой-то этот замес поснимать 3 на 3, типа, если кто соберется. Да, собирались уже, блядь, не раз. Ну, там, правда, старая версия была. Ну так, если я сейчас доделаю, там еще искусственный интеллект сделаю. То есть, может, будет против компа играть. А что, когда 3 на 3, там где располагаются остальные типа здания? Ну вот у тебя два здания, там есть декорации, вот между ними еще типа, по два. Я тебе могу сейчас скриншот. Но не здесь же, типа, на карте, да? Да, да. Ну где ты находишься, на той же платформе. На этом же квадратике получается. Да, у вас общая территория, типа. Ну заебись, нихуя тут декорации, бля, я ебу. Какое-то мега здание, типа, ебать.
Мега забес. Надо отдалить еще камеру, чтобы нормально смотреть. Ладно, еще пойду и чай тогда пить. Да, да. Чай, скриншот кинет, где они располагаются.